представителя Санкт-Петербурга Яковлев Юрий Сергеевич просит подойти. Да. Спасибо. Ну, спасибо. Я скажу, что такая история, что три команды пришли с одинаковым количеством очков, но Питер есть Питер. Он, так сказать, вытащил счастливый билет и вот оказался первым и кубок получает. Кстати, должен сказать, что это первое такое командное соревнование, которое прошло в Сочи, и когда города представляли свои команды. Это новый шаг в ветеранском движении. Ну и второе место тоже первое по быстрым шагам. По классике и по быстрым. Так, спасибо. 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 Спасибо.